Всем привет! Сегодня 1 мая, доходит 8 часов по Москве. Вот вы видите, сервис Time Yandex.ru показывает 8 часов по Москве. Вот, и мы начинаем розыгрыш спасательного жилета от магазина «Мне лодку». Вот этот рекламный пост с розыгрышем. Копируем его, открываем приложение Random App, выбираем пользователи, поделившиеся с друзьями, указываем сюда адрес поста, открываем список всех участников, их 159 человек, поделившихся этим постом. И выбираем победителя. Победителем становится Лёша Даша. Пользователь Лёша Даша. Проверим, что у него действительно есть подписка на группу, и он сделал пост, репост. Открываем страничку этого пользователя. Смотрим его группы. Да, действительно, у него есть группа. Он подписан на группу «Мне лодку». И теперь смотрим на его страничке, есть ли пост. Да, пост есть. 26 апреля он сделал репост. Так что поздравляем победителя. Им становится пользователь из города Пскова, пользователь Лёша Даша. Поздравляем победителя, ему в ближайшее время будет отправлен спасательный жилет от магазина «Мне лодку». На выбор победителя он будет либо камуфляж, либо оранжевый, и размер также определит победитель. Всем спасибо за участие. Ожидайте следующих конкурсов от магазина «Мне лодку».